Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и я купил сломанный фотоаппарат. Ну и поскольку в этот раз звук послал меня нафиг, я дописываю звук из дома на супертелефон. История такая, купил я на барахолке за целых 2 евро цифровичок Fujifilm Finepix A205S. Но у меня не было с собой батареек, чтобы проверить, работает он или нет. Ну и в общем взял так, наугад. Ну естественно, пришел домой. Фотоаппарат включается, но не выезжает тот объектив, ну то есть сделать фото невозможно. За то, что меня так грубо кинули, сейчас мы с этой флешки, которая есть в комплекте, достанем все фоточки и посмотрим на злодеев, которые так себя ведут. Поехали! Карта памяти здесь старого образца, XD. У меня нету карт-ридера под такую флешку, ну есть, но не с собой. Поэтому я возьму шнур, который шел в комплекте с фотоаппаратом USB, вставляю флешку в фотоаппарат, подключаю все это к компьютеру, к ноутбучику и запускаю RS Photo Recovery. Кому интересно, на Дзене есть статья, как пользоваться этой программой. Программа для восстановления файлов с жестких дисков, с флешек, восстанавливает удаленные файлы. Ну, в общем, классная штука. Все, запустил, выбрал нужный диск, здесь это съемный диск, то есть флешка наша, всего на 256 мегабайт. И запускаем сканирование. Ждем. Это зависит от мощности компьютера, от состояния флешки. Через несколько минут будут готовы наши файлы. И поглядим, что там и как. Так, ну посмотрим. Что тут на флешке насобиралось. Посмотрим на эти лица обманщиков. Конечно, я все это делаю шутя. Сейчас, если будут чьи-то лица, я все позамазываю. Я просто скучаю. Что-то дублируются фотки. О! Кайфовые песики. О, коты. А пол похож на тот, где я сейчас живу. Тоже такой. Такие плиты мраморные и из чего они. Ох уж эти песики и котики. Опа, опа, опа. Ну, собственно, и все. Вот можем посмотреть, что это Finepix A205S. Ладно, спасибо всем, кто посмотрел. Может быть, кому-то пригодится. Ну, в хороших целях. Всем пока.